Больше 1000 кубометров отходов вывезли городские службы за сезон с берегов рек Самары. Естественные водоемы – это одно из самых главных достояний города. Сегодня постоянно проводятся мероприятия по очистке водоохранных зон. В департаменте благоустройства и экологии подвели итоги. Почти все запланированные работы выполнены. Завершена работа по очистке правого берега Волги в городской черте. Проводятся следующие мероприятия. Очистка береговой полосы левого берега реки Волга и рек Самары, Татьянки, Подстепновка. В рамках данных мероприятий заключен муниципальный контракт. В настоящее время на утверждении находится экологическая программа городского округа Самара на 2016-2018 годы. Самарские водоемы должны стать украшением города. 150 городских озер будут приведены в порядок. По поручению главы города разработана программа по их очистке. Этот вопрос настолько важный для горожан, что прозвучал в прямом эфире передачи на телеканале «Самара ГИС» с участием Олега Фурсова. Действительно, мною поставлена задача привести в порядок городские озера. У нас их почти 150. Программа соответствующая разработана. Она, правда, не полностью сейчас финансируется, но я надеюсь, что мы найдем источники средств, позволяющие нам озера привести в порядок. Мы должны создать хорошую, благоприятную среду для того, чтобы мы все с вами могли отдыхать на берегах этих озер. Они действительно являются жемчужинами нашего города. К сожалению, за последние годы ряд таких жемчужин были утрачены, и мы будем стараться сделать так, чтобы их восстановить, сохранить и создать нормальные, хорошие условия для отдыха. Городские власти планируют не просто привести озера в порядок, но и создать инфраструктуру отдыха для горожан, оборудовать уличное освещение, установить скамейки. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События.